всем всегда идти до самой точки. Загадывать, что будет впереди. Захочешь быть веселым, пей как бочка. А хочешь быть богатым, укради. Играют дети устали, не зная, что мудрость стариков им может дать. И так понятна их игра простая. Сейчас цвести, а завтра увидать. Зачем витиеватым быть и сложным, когда вокруг простые радости? И так ведь ничего с собой не сможешь, а ничто с собой не сможешь унести.